Привет, мои любимые, снова прекрасный Петербург. Снова я вышла с работы. И у меня, по идее, должен быть день сурка. Но у меня его нет. Потому что каждый миг новый и другой. Посмотрите, какая красота. Просто сказка. Маленький город может спать спокойно. Я жду, короче, такси. Вызвала. У меня тут написали, что он уже приехал. Где он приехал, я лично не вижу. Белый Шкода. Сережа. Сережа, ты где? Ну вот, я жду. И жду, а его нет. И нет. Так что дурят. Могли бы написать, что не приехал еще. Но они так не пишут, потому что я могу отменить заказ сразу. Вот. Но я уже не отменяю, потому что когда отменила, помните, я вам рассказала, наверное, он приехал. Вот, отменила, а у меня сняли 180 рублей. А, нет, 108, по-моему. И сколько с ним? Вот это, наверное, она. Яндекс сюда. Это Volkswagen, это не он. Вот это, по-моему, да, Шкода. Это он. Наш Сергей. По-моему. А, нет, это не он. Не он. Может, тот. Здрасте. Нам не вас. Нам нужен Сережа. Идемте туда. Вы прям со мной, как в этом. Как называется? Как с членом-корреспондентом. Вот куда он уехал? Может, то он? А может, нет, я что, со всеми такси буду бегать? Сейчас посмотрю, если это он или нет. Но это я же уже сказала, я увидела, что это... Что? Volkswagen или нет? Что это? Давай спросим. Здравствуйте. Вы Сережа? Да. О, класс. Значит, это вы. А то я там на какого-то другого напала. А вы тут. Добрый вечер. Добрый вечер. Ага, не закрыли. Так хорошо? Да, да, да. Поехали. Небо вообще сказочное. Я сегодня вообще ничего не ела, съела, наверное, 3 или 4 мармеладки. Такие тоненькие, малюсенькие, из натуральных каких-то там этих самых. Вот, угостила меня женщина на работе и пила воду. Вообще целый день ничего не ела. Хочется, чтобы так немножечко в норму прийти. Получается, что у меня пост вместе с мусульманами. Ну, сейчас вот байрам, или как его там, пост. Кружечка открою, покажу вам, здесь красивее гораздо. Сереж, ничего немножечко открою, ничего, можно? Ничего, ничего. Угу, спасибо. Спасибо.
спрашивает ВКонтакте. Ну, у меня подруга по контакту. Говорит, Ирочка, почему у меня в Питере вы живете? Я говорю, вот много где пробовала. Все время тянет в Питер. Пробовала и на юге, и в более северных городах, и в Москве, и везде. Не могу, у меня тянет. В мой с мамой, мой брат, не знаю, почему. С ним буду разобраться, потому что мне надо разбираться. Вон наш киоск, где я котика купила. Сегодня суббота, он закрыт. Вот он. Тут рядышком. Там блинчики продают. Блин. Когда открыт. Почечки, и они дают такую прям бархатный какой-то цвет, видите? Красиво. Сегодня вопрос вам в прошлом видео в своем. Как вы считаете, если хочешь на море ехать, если я хочу на море ехать, стоит ехать или нет? Вот у меня как бы только. Я не знаю, что это связь какая-то. Как ее оставить?
так свежо.
семейную подружку. Она сказала, что в этот храм все время ходила его мама. И молилась за победу каждый день во время блокады. Все там чуть ли не 900 дней она ходила и молилась за победу над фашизмом. Читаю вам свой стих, который на работе сегодня написала.